качестве подарка президенту России Владимиру Владимировичу вы преподнесли корзину белорусских продуктов. Такой вопрос, была ли там продукция молочного мира? Подарки – это не просто вот, ну, взял с прилавка и положил, это новинки. Если у вас на то время были новинки, которые раньше не были в сети, то наверняка там был ваш продукт. Его отношение и вообще россиян к нашей продукции, продуктам питания, самое хорошее.